Меня на деньги кинул Райффайзенбанк. Как это произошло? Честно говоря, смешная история. В общем, пришли деньги по свифту на валютный счет Райффайзен. И раньше они забирали, после того, как ввели санкции, сделали 50%. А после того, как недавно они сделали новое обновление, решили, что 50% им мало. И они пошли по другому пути. Они просто тупо решили забирать всю сумму, то есть 1000, но не более 1000. Соответственно, формулировка витиеватая, то есть если вам, например, отправили 1100, 1000 они забирают и $100 оставляют вам. Неважно, что у вас могут быть там инвалиды, да, в семье. Неважно, что эти деньги могли отправить родственники на какие-то лекарства, еще что-то. Но весь вопрос в том, что вот они поступают таким образом. Тут даже 90-е годы, честно говоря, отдыхают, потому что мне непонятно, куда смотрят службы, которые разрешают банкам подобные вещи делать, там типа ФАС. Непонятно, куда смотрит Центробанк на подобные вещи. Я понимаю, санкции санкциями, но просто да, перестаньте работать и, собственно, до свидания, валите из России. Но таким образом, ну, честно говоря, абсурд. После того, как я им позвонил, сказал о том, что вообще на каком основании вы забрали деньги, они говорят, ну, это в счет комиссии, извиняйте. Вот если бы у вас, например, были в евро, там ситуация получше. Ну, камон, друзья, ну что за бред? В общем, те, кто еще работает на подобных условиях с банком Райффайзен, я думаю, стоит с ними порвать какие-либо отношения. Но это мое сугубо личное мнение, как вы решите, собственно, решать вам. Если, например, вам прислали $2000, то если вы готовы отдать 1000 или прислали 1100, 100 оставляете себе, 1000 готовы подарить им, то как бы это, скажем так, как будет вам угодно. Ну вот, хотел поделиться, в общем, историей, насколько безобразно поступил Райффайзенбанк. Расстроило меня это, потому как были небольшие планы, хотелось детям там сделать кое-какой подарок, но ладно, переживем. Хорошего дня, настроения и не болейте.